Всем привет! Американский фигурист Адам Риппон рассказал о том, с какими проблемами столкнулся в связи с нетрадиционной ориентацией, а также о сотрудничестве с проектом Trevor. Проект Trevor – это американская некоммерческая организация, деятельность которой направлена на предотвращение самоубийств среди молодых представителей ЛГБТ-сообщества. Я спрашивал себя, как я могу помочь другим, что могу сделать. Это заставило меня вспомнить о тех, кто был до меня, через что им пришлось пройти. У меня был великолепный разговор с Билли Джин Кинг. Она рассказала о том, как пострадала ее карьера и как все вышло из-под контроля. И тогда я подумал, что раз у меня есть такая платформа, с которой я могу связаться со множеством людей, и как мне помочь другим, чтобы они не пережили в детстве то, через что пришлось мне. Когда я был ребенком, меня обзывали геем, только потому, что я катался на коньках. Я тогда даже не знал, что это значит. Думаю, существует некое клеймо: если ты фигурист, ты в любом случае гей. Думаю, многие боятся за своих сыновей, если мальчики, которые опасаются приходить в фигурное катание, потому что не хотят, чтобы над ними смеялись и издевались. Это отталкивает многих людей от того, чтобы рассказать о своей ориентации, отметил Риппон. Я все еще думаю, что когда-нибудь вернусь к соревнованиям, но, скорее всего, этого не произойдет. Есть так много удивительных спортсменов, и я думаю, сейчас их время. Я не знаю, конец ли это моей карьеры, много чего происходит сейчас в моей жизни. Мне есть о чем подумать, сказал Риппон. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем я желаю хорошего дня. До свидания.